Приветствую вас в гостях на моем канале. И сегодня речь пойдет о вот этих мини-орхидейках. А именно я покажу посадку мини-орхидейки в ротанговый шарик. Вот эту композицию из ротанговых шариков я уже неоднократно показывала. Вот так растут и замечательно себя чувствуют мои орхидейки, посаженные в ротанговый шар. И вот на такой березовый блок. Вот эта орхидейка уже отцвела. Она продолжает наращивать корешочки и новый листик. А вот это продолжает свое цветение, которое уже тоже подходит к концу. Но, тем не менее, выглядит привлекательно. Эти шарики я обмотала еще слоем мха, так что можно видеть, что под этим мхом есть ротанговый шарик для сохранения влаги на гораздо дольшее время. Летом, когда жарко, эти шарики очень часто пересыхают, приходится уделять очень много времени, а посадка должна быть практичной и ухода за ней должно быть минимум. А также вы уже видели, что у меня есть еще несколько таких посадочек. Вот, например, как это. Это мини-орхидейка. Вскоре меня уже порадует. Она нарастила хорошую корневую систему и выпустила цветоносик. Вот так выглядит эта орхидейка. Ну, давайте приступим к самой посадке. И для того, чтобы нам посадить мини-орхидейку вот в такой ротанговый шарик, потребуется совсем немного. Это чуть-чуть мелкой коры и чуть-чуть мха. И, собственно, сама орхидейка. У меня есть вот такой вариант. Это одна из тех 7 мини-орхидеек, о которых у меня уже было отснято не одно видео, и которая вот посажена в пластиковый стаканчик и никак не хочет расти, несмотря на то, что она имеет прекрасный тургор, отращивает вот такой воздушный корешок, тем временем отсушивает листочки, никак не хочет наращивать корневую массу. Вот можно видеть, что в горшочке корней абсолютно нет. Предварительно я ее пролила. И посмотрим, какие корешочки нарастили орхидейки вот в этих шариках. Можно видеть, что у них неплохая корневая система. Она растет и развивается внутри этого шарика. Вот эта орхидейка собралась зацветать. У нее полностью обновились все листочки. Это уже получается полностью домашняя листовая масса, цветоносик и бутончики. И также есть еще одна орхидейка. Достался ей не очень удачный ротанговый шарик. Это один из минусов этих шариков, то, что они имеют свойство вот так распутываться. Но, тем не менее, тургор у этой минички очень хороший. И корневая система тоже разрослась довольно-таки неплохо. Вот можно видеть и в глубине шарика, и на поверхности все опутано корешками, растущими зелеными свежими кончиками. И вот так они осваивают все пространство внутри шарика. Также я хочу добиться того, чтобы эта орхидейка нарастила тоже корешочки. И сегодня, по вашим просьбам, покажу, как я буду сажать орхидейку в ротанговый шарик. Хотя не вижу в этом
никаких сложностей, но коли зрители просили показать, как я это делаю, сейчас продемонстрирую. Для начала мне необходимо освободить орхидейку от старого грунта. Наверное, уже многие из вас знают, что в выращивании мини-орхидей возникают некоторые сложности. А именно в том, что мини-орхидейки очень неохотно растут. Рост их замедленный, не быстрый и, в принципе, очень много хлопот доставляют некоторым заводчикам. Вот так у меня волей судьбы появились эти 7 мини-орхидеек. В каком состоянии, можно будет посмотреть видео. Ссылочку с подсказкой я оставлю. И вот что мы тут имеем. Абсолютно нету никакой корневой системы. Сейчас я это все зачищу, сниму вот этот желтеющий лист, почищу и все покажу. Сниму я, пожалуй, еще и вот эти нижние листочки. Так как здесь находятся какие-то сухие чешуи, отмерзшие части растения. И их я тоже удалю и зачищу. Так, тем самым, вот можно видеть, тем самым освобожу рост для новых корешков. Ну вот я оставлю ее в таком состоянии. Возможно, на ваших экранах вот это будет казаться чернотой. Ну и здесь имеются участки живых корешков. Загнивания никаких, гнили нет. Шейка чистая. И я вот так вот посажу вот эту орхидейку в ротанговый шарик. Вот такие у нее есть корешочки. Что называется, 2,5 корня и остатки вот твердые. Это все, на чем жила эта орхидейка. В шарике нужно сделать, раздвинуть прутья и сделать отверстие, в которое бы вместилась наша орхидейка. Вот такими движениями я пытаюсь расширить прутики. И получается вот такое окошечко. Своего рода гнездышко для моей орхидейки. Мох предварительно я уже смочила и начинаю закладывать смоченный мох на дно вот этой моей конструкции, на дно этого ротангового гнездышка. Следом за мхом я закладываю кусочки мелкой коры. Так это выглядит. И погружаю туда саму орхидейку. Я хочу полностью убрать туда этот воздушный корешок. И чтобы дальше корешочки другие росли тоже вовнутрь этого шарика. И продолжаю
Получается, центр моей посадки я закладываю еще немного мха, потому что шарики довольно-таки быстро просыхают, и чтобы влага держалась в них подольше, в посадке этот мох просто необходим. И докладываю все свободное место мелкой корой. Осторожно, стараясь не повредить те корешочки, которые уже имеются у этой орхидейки. И вот так достаточно плотно, вот уже ее можно брать и вертеть, плотно сидит орхидейка. Я закрываю вот это вот отверстие этими ротанговыми прутиками, чтобы еще больше укрепить положение орхидейки. Это не суть важно, но вот так вот для надежности и для красоты сдвинула прутья шарика. И вот так выглядит моя посадка, после чего можно дать орхидейке напитаться влагой, поставив ее в какую-то емкость, в какой-то сосуд. И на этом, в принципе, все действие и заканчивается. В дальнейшем эта мини-орхидейка будет расти и, надеюсь, в скором времени обязательно порадует меня цветением. Ну а на этом все. С вами была Татьяна. До новых встреч!